Я сразу понял, что она станет звездой. С короткой стрижкой, упрямая, она была похожа на Боуи и Элвиса. Она попросила научить ее играть на ударных. Едва ли это было ее мечтой. Видимо, она подумала, ага, он играет на гитаре, значит, можно будет играть вместе. Так родилась группа Breakfast Club. Мадонна была барабанщиком, а мы с Дэном играли на гитарах. Это была хорошая поп-группа. Мадонна выходила из-за ударных и исполняла свои песни. Она не жалела себя. Трудилась до седьмого пота. Так ты точно знаешь, чего хочешь? Да. Мадонна хотела славы. Да безумия. Мне говорят, ты играл на гитаре с Мадонной? Она хотела быть в центре внимания, петь собственные песни. Между нами неожиданно возникла пропасть. Знаете, я могла бы стать вокалисткой. Зачем нам в группе вокалист? Мне это нужно. И тут что-то произошло со мной и микрофоном. Такого не было, когда я, скажем, сидел за клавишными. Это был не просто распад группы. Это было расставание близких людей. Она шла к цели. В Эмми она впервые стала настоящим фронтменом, лидером группы. Она палила из всех орудий. Чего ты от меня хочешь? Она сама сделала себя во всех смыслах. Она хотела получить все и добилась этого. Давайте назовем группу Мадонна. Иначе быть не могло. От всех этих воспоминаний меня трясет.